Как правильно наказывать кошку? Владельцам кошек важно помнить, наказание должно следовать сразу же после того, как питомец провинился, иначе животное не поймет, за что именно его наказывают, и подумает, что его просто разлюбили. Любые проявления агрессии недопустимы. В качестве воспитательной меры используйте один из следующих способов. Можно обрызгать кошку из пульверизатора. Это неприятно для любого животного, но безопасно. Как только увидите, что кошка собралась пакостить, пшикните водой ей в морду. Со временем животное свяжет наказание со своим проступком и повторять его не будет. Еще один вариант наказания – громкий звук. Можно бросить на пол связку ключей, хлопнуть в ладоши, ударить кулаком по столу или что-то такое же звонкое. Можно несколько раз громко сказать кошке «нельзя» и поводить указательным пальцем прямо перед ее мордой. Кошки не любят движения перед глазами, поэтому эффект может быть хорошим. Но старайтесь не перегибать палку. Не забывайте поощрять котика за хорошее поведение.